Доброе утро, друзья! Как вы видите, мы уже переоделись, и это значит, что пришло время заниматься спортом, взбодриться с утра. С нами, как всегда, наша любимая Салкын. Доброе утро! С добрым утром! Чем мы сегодня займемся? Так, сегодня будет чуть-чуть побольше йоги, нежели пилатеса, поэтому у нас есть вспомогательные кубики, поэтому будем с ними пользоваться, возможно, будем еще и за счет них нагружаться, нежели наоборот, да? Поехали! Дыхание у нас капалабхати, первоначально мы сокращаем мышцы живота, делаем выдохи через нос. Ритм, темп подбирайте сами, поэтому подключайтесь. На выдохе сокращаем мышцы живота, попробуем как будто втянуть. Делаем вдох. Ну, получилось, да? То есть, если есть такое ощущение, как у вас зря, значит, вы делаете правильно. Это уже переход на позицию в вакуум, да? Это очень хороший метод подтянуть классно органы малого таза. Руки вытягиваем в сторону, поднимаем плечи, как будто полетели, но назад. Максимально работаем так, чтобы лопатки ближе друг к другу и разрабатывались. Еще. И полетели вперед. Удлиняем дыхание, дышим через ребра. Передающее дыхание капалабхати старайтесь не делать, если у нас проблема чуть-чуть с желчью, да? Но можно делать натощак один раз в день, это ничего не будет. Угу. Вытягиваем ручки, делаем круговые движения. Ага, обязательно мы делаем разогрев. В другую сторону. Угу. Еще раз. Мельница в другую. Угу. Руки вытягиваем вверх, делаем вдох и выдох. Ага. Вдох, выдох, вдох. И с этой позиции мы делаем, будем наклоны вперед, чуть-чуть, буквально округляя спинку. Угу. Поехали, вдох, выдох. Прогибаем, вдох, округляем спинку в лопатках. Вдох. Чувствую, как мышцы просыпаются, да. Зерет, у тебя тоже? Еще. И еще больше округляем лопатки. Вперед. Такой большой шар мы пытаемся обнять. Вперед. Ну, или большого человека, да? Ну, или дяди, да, своего? Да. Большого человека с большим сердцем. Поехали. Выдох. Отлично. С этой позиции мы ручки вводим вниз, плечи назад. Лопатки ближе. Угу. Хорошо. Еще чуть-чуть. Еще. Это стойка моей мамы. Когда я домой прихожу. Ты где бы лопатки назад? У нее позиция, да? Да. А ты такой, я? Я не помню, да? Хорошо. Теперь мы уходим чуть-чуть в бок. Мы будем делать позицию Сурья Намаскар. Пусть кубики будут рядом. Это как бы такой вспомогательный момент. Ага, хорошо. Так, Азирет, если что, вы можете, наоборот, развернуться к нам. Да, чтобы... лучше смотри на мне лицо. Говорит, ты не хочешь там? Приятнее лицезреть твое лицо, да. Так, так, и поближе кирпичи. То есть это такое йога-блоки, да? Это на всякий случай, если руки не будут дотягиваться до пола, не нагружая какие-то другие суставы, мы будем держать блоки, да? Ноги вместе. Можем встать на начало коврика. И через этот подъем вверх-вдох. Выдох, вдох, удлиняем дыхание, живот, наполнили, прям потом, балерин. Да, еще раз, вверх, отлично, остаемся, руки вытягиваем вверх, можно будет поднять пятки, если все хорошо, если же чуть-чуть баланс нас подводит, можем пятки отпустить вниз, да, и также тянуться макушкой и руками, уходим наклон вперед, таз назад, если совсем сложно вытянуться и ноги не позволяют, колени сгибаем, таз назад, руки вытягиваем вперед, есть? Есть. Дышим, удлиняем дыхание, вдох. На выдохе отпускаем руки вниз. Вы можете взяться сразу уже за кубики, да? С этой позиции мы вытягиваем грудной отдел вперед, колени также согнуты, остаются пока. Угу. Голову вниз и правая нога, шаг назад. Можно взяться за кубы. Ага, есть. Выталкиваем грудь вперед. Колени не уходят за пальцы ног. Пятка ваша задней ноги, именно, да, которая сзади, тянет вас назад. Руки вытягиваем вверх и макушкой... Тянемся. Хорошо. Ой, у меня что-то все плохо. Смотрите, пятка сзади.
да, вот сзади ножки. Тянется назад, руки вытягиваются вперед, бедра закрыты. Стараемся не переваливать ни на одну сторону. Держимся. Это всего лишь первый воин, да? И уходим, когда наклон вперед, таз вас тянет назад. Это тоже у нас вариация первого воина. Очень-очень тяжело мне, очень. Роуз, Роуз. Сегодня, слава богу, нет беременяшек, поэтому можно чуть-чуть помучить, да, наверное? За кадром говорила. Да, да. Колени сгибаем слегка. И чуть-чуть уходим тазом вниз с хорошим таким выпадом. Есть? Если все хорошо, можно остаться. А чуть-чуть назад. У меня не очень хорошо. Я думала, если хорошо, можно будет руки вытянуть вверх. О, хорошо. Молодец. То здесь максимально таз вниз. Воздушные тянутся, ягодичная мышца напряжена, хорошо вытягивается. Есть такое? Есть такое. Хорошо. Отпускаем руки. Угу. Левая нога назад, мы уходим наклон вперед. Аккуратно, угу, чтобы у нас микрофоны не вывалились. Таз тянем назад. Если сложно, колени сгибаем, но тазовые кости вверх. Выворачивая грудь, тянем коленком. Еще колено можно выше, грудь ниже. Пятки в пол. Отлично, колени сгибаем. Ага, есть? Угу. Хорошо. Колени сгибаем, отпускаем вниз. Угу. Там у нас какой-то там не треугольник, а что-то такое было у Азерета. И с этой позиции мы уходим вниз, между ладонями отпускаем грудной отдел. Вот так. Поза на восьми точках, да? И выталкиваем грудь вперед, уходим. Есть, да. Правильно, правильно. Вытягиваем грудь вперед, локти назад. Есть? И через округлое. Позиция спины, мы уходим обратно, позиция собака смотрит вниз. И теперь правая нога вперед. Есть. Еще чуть-чуть шажочек озерет. И обратно руки вверх. Удлиняем дыхание. И Карина по-свойски всегда. Есть. Пятки назад тянут. На борт назад. Хорошо. Вытягиваем грудь вперед, макушка вверх, дышим. Стараемся не разворачивать корпус никуда. Бедро закрыто. Отлично. А, ой, зря ты такой, я сдаюсь, да? Вытягиваем руки. Да, хорошо. Наклон. Таз назад. Выпад прям хороший. Удлиняем дыхание. Еще чуть-чуть. Не могу руки поднять уже. Хорошо. И выпад. Выпад. Таз вниз. Ну что, как раз проверим, да, насколько у нас дыхательный процесс помогает вам. Удлиняем дыхание, дышим, и вы так соберетесь. Выпад ниже. Вдох. Выдох. Если все хорошо, вверх руки. Вдох. Если не все хорошо. Не все хорошо, берем кубики. Хорошо, отпускаем руки. Есть? И с этой позиции мы подшагнули. Делаем вдох. Ноги не держат. Выдох. Еще раз вдох. Выдох, обратно наклон, таз назад. Колени можно согнуть в вашей позиции. Отпускаем руки. Есть? Есть. Правая нога широким шагом назад. Еще раз подъем вверх. Дышим, вдох. Хорошо. И разворачиваемся. Мы с Кариной к стене, а Зирет вперед. Что, я не той ногой стою? Не-не-не, правильно. Во, хорошо. Да, теперь... И теперь, смотрите, мы пятку отпускаем правой ноги, пятку. Ага. Делаем разворот. Хорошо. И стараемся, чтобы коленный сустав левой ноги нас раскрыл, и таз раскрываем, держим. Приседаем больше. Это второй воин, Карина. Присядьте больше, Карина. Отлично. И разворот корпусом больше. Все хорошо? Все, отлично. Левую руку на колено, на бедро. И вытягиваем руку вверх и чуть-чуть в бок. Отлично. Грудь вверх выталкиваем. Дышим. Еще чуть-чуть осталось. Хорошо. Отлично, вверх. Есть. Разворот первого воина. Ой. Хорошо. И аккуратно подшагиваем. Меняем позицию. Левая нога. Ага. Азерет, вы здесь сюда смотрели. Хорошо, держим. Есть. Только левая нога назад. То есть теперь будет Азерет разворачиваться в ту сторону. Есть. Разворот. Пятку в пол. В принципе, пальцы у нас смотрят в одном направлении. И мы разворачиваемся.
Есть? Вроде бы. Вроде бы. Азерет, попробуйте, наоборот, согнуть правую ногу, а на левую вытянуться. Не-не-не, вы правильно стоите, да-да. Вот, хорошо. И только к нам раскройтесь. Так же, да? И колено, если замечаете, в прямом угле. И тянется назад. Раскрывается таз, уходим на бедро и вверх. Хорошо, что есть везде экраны, да, можно увидеть. Держим, грудь вверх. На себя плотного можно посмотреть, мне, в частности. Еще чуть-чуть. Хорошо. Разворот первого воина. Да-да-да, правильно. Есть? Хорошо. Есть. Подшагнули. Здесь, с этой позиции, мы колени сгибаем, таз тянем назад. И как будто мы садимся, колени сгибаем, на невидимый стул. Вытягиваем руки. Есть. Чуть-чуть таз назад. Во, хорошо. Руки выше. Здорово. Колени сильно не уходят за пальцы. Ну, попробуйте, чтобы колени ушли на уровень стопы. Во-во. То есть мы, как будто кто-то вас тянет назад, да? И вверх. А вы сопротивляетесь. Вы вытягиваете руки и говорите, помогите. Карина, не тяни меня. Хорошо. И вверх. Отлично. Теперь с этой позиции мы будем делать это с кубиком, да? Есть? Так, есть. Хорошо, мы держим куб, блок между ногами. Азерет, можно, наверное, развернуться, да? Да, ты посмотришь, как поворачивается. Хорошо, так, руки вытягиваем вперед. И с этой позиции пытаемся все время как бы сесть и подняться, да? Такой некий йога-выпад. Приседы, да? Хорошо. Следим, чтобы колени не уходили за пальцы ног. И желательно остались на линии стопы, обратно вверх. Вдох, выдох. Такой фитнес йоги стиле. Вдох, выдох, попой назад. Ага, то есть мы еще удерживаем блок, да? Для этого у нас включается внутренняя часть бедра. Ну и икроножные еще. Ну и спина, да? Чувствуется спина? Чувствую. Вот вперед, таз назад. Опять кто-то вас тянет, да? Оператор байке тянет. Таз, руки. Держим, удлиняем дыхание. Вдох. Выдох. Отлично. Подъем. Я пользуюсь моментом тем, что у нас ведущие в носках. Поэтому больше даю чуть-чуть на баланс, да? Потому что те кроссовки, которые были у нас, не сильно подходили для позиции баланса, и стопа сильно не работала. А здесь работает. Теперь ногу ставим. Поверх. Можно будет вариация такая, да? Во, хорошо. И попробуем проработать на баланс. Наруто смотрели? Есть? Макушка вверх. Вдох. Все время колено уводим и разворачиваем назад. Если все хорошо с балансом, сосредоточьтесь на точке, которая не двигается. И вытягиваем руки вверх. Дышим. Вдох. Дышим ребрами. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Теперь эта же позиция. Мы только ногу чуть-чуть уводим вперед. И уводим таз назад, как будто присели. Ладони соединяем. И с каждым разом пытаемся сесть глубже. Хорошо. Присядьте. Присаживайтесь. Хорошо. Еще чуть-чуть вперед. Отлично. Клиентов приглашаем в китайский ресторан. Добро пожаловать, добро пожаловать, заходите. Еще. Дышим, 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 дышим. Вы там о чем-то задумались, что ли? Что вы долго стоим? Вдох. Это все время, да, пока дыхание, вы сосредоточились и на своих ощущениях. Поехали теперь левая нога. Попробуйте понять, на какой позиции, да, вы себя уже теряете. Либо на дыхании. Подсказывают мне. Ага, заканчиваем, концу, да? Кто-то спасает, да? Зарядка. Редактор спасает. Еще чуть-чуть буквально дышим. Вверх руки. И все, присели. И на этой позе даже, мне кажется, спокойно можно ведущим завершить сегодняшнее утреннее занятие. Азерет, я, пожалуй, передаю тебе эстафету. Уважаемые телезрители, с нами была Айша Алькин. Это была йога. И спасибо, что вы с нами. Занимайтесь спортом, смотрите «Утро лайф». Двигаемся далее. Yeah.